Меня зовут Алиса Лантенс. У меня завидная карьера, чудесная дочь, нет парня. В общем, могу сказать честно, жизнь удалась. Мадам! Мадам! Флешку забыли! Видал Ламборгини Спайдер? Куда это бросить? Не понимаю. Я думала, ты можешь доверить журнал только мне. Черт, чем она лучше меня? Ты не можешь вдохновить меня. Как ты вдохновишь читательниц? То есть я слишком пресная. Хорош тачкой понтоваться, импотент. Зои, нехорошо так говорить. Вы оставили сообщение, что нашли мою флешку? То есть я должна сюда сесть? Разрешите? Вау, обалдеть! Это в Твиттер. Уже в Твиттере. Вансон, ты что, веришь во все это? Твоя фотография меня вдохновляет. Вот он, мятежный дух. Мамочка, которую хочется трахнуть. А? Мамочка, которую что? Мне соблазнить парня ради карьеры? Сделать вид, что соблазнила. Нюанс. Что вы тут делаете? Я потеряла твой телефон и решила, что проще взять, да и заехать. На минутку. Я, например, в твои годы встречался с отпадной итальяночкой. Buena notte. Она была вдвое старше меня. Здрасте. Добрый вечер. Я кручу ее, верчу, а потом сзади... Папа. Подожди. Хватит. Давай без подробностей, ладно? Простите за итальянский, я правда не знаю, что на меня нашло. Бальтазар! Тебе 19 лет, Бальтазар, 19! Я знаю, что вы хотите сказать. Он молод, хочет выпендриться, он понтуется, но все не так, Алиса. Вы мне нравитесь. Честно, как никто и никогда не нравился. О, смотри, а вот и наш мини-Дюжарден.